Добрый вечер. Меня зовут Лебедев Олег Викторович. Я представляю коллектив депо «Южное», нашего нового депо метрополитена, в котором 21 числа будет проходить конференция по выборам представителя профсоюзного комитета. Вот. Я являюсь кандидатом на эту должность. Вот. Выбор у нас как бы проходит повторно, потому что первый раз мы не смогли прийти к общему мнению, как при голосовании. И кандидата мы не выбрали. Вот. Мы выпустили сейчас вот газету к этим выборам. Газета называется «Депо». Вот. Мы там выразили наше общее мнение по поводу этих выборов и вот пожелания к администрации, к работе профсоюза и коллективу. Вот. Что можем сказать? Как бы? Ну, вот, я как бы как кандидат чувствую себя такое как бы, вот, небольшое давление такое, как бы, со стороны администрации депо, потому что как бы, я выступаю за нормальное отношение к рабочему классу, чтобы люди себя чувствовали не на работе, как дома, чтобы они себе приходили на работу с радостным, хорошим настроением, чтобы никаких не было вот, нюансов, чтобы рабочие условия труда были нормальные. А то у нас как бы депо открывается, то отопления нету, то воды нету, люди как бы сидят, как бы воду возят откуда-то там чуть-чуть не из дома, невозможно там ни чаю попить, ни нормально пахать. Буквально вот недавно дали отопление, да и то батареи еле-еле греют. Смысла как бы такого особо нету. Вот. Что, значит, что могу сказать по поводу выборов? Значит, администрация старается предлагать там, навязать людям своего кандидата. Соответственно, была проведена работа с ремонтным персоналом, и сейчас ведется работа и с машинистами на линии, чтобы как бы выдвинуть своего кандидата, который как бы будет работать так же, как и раньше, чтобы как бы, давать им материальную помощь, там, путевки и все. Ну, не стараться как бы для коллектива. Вот. Я как бы выдвигаюсь, у меня программа такая, что я хочу работать для коллектива, для трудового класса, для рабочего класса, чтобы люди чувствовали себя силой. Вот. А не просто как бы ходили на работу, чтобы и чувствовали себя незащищенными. Я как бы желаю, чтобы наш коллектив, кто смотрит сейчас эту запись, кто не смотрит, как бы, чтобы люди прислушались, посмотрели эту газету, которую мы сейчас вот будем раздавать, распространять среди работников Санкт-Петербургского метрополитена. Спасибо. Представься, да, Фурсан Николай, машинист Петербургского метрополитена. Очень хотелось бы, чтобы победил наш кандидат от рабочих. Надо поздравить товарищей с созданием нового депо, что само по себе хорошо, с созданием нового трудового коллектива. И надо пожелать им успехов в борьбе, чтобы в новом коллективе все пошло по-новому. И в любом случае, чтобы борьба велась грамотно, а борьбу за свои интересы вести необходимо. Это и в интересах самих работников, но это не эгоистичные интересы работников, а это интересы производства в целом. Интересы нас с вами, горожан, как пассажиров, интересы нашей безопасности, чтобы четко поезда в метро ходили, чтобы их вели квалифицированные люди, спокойные, отъевшиеся, выспавшиеся, не думающие обо всяких там конфликтах с начальством и так далее. Ну а мы чем можем, тем поможем. И газету выпустим, и пожелаем нашим товарищам еще раз успехов в борьбе. Благодарю. Спасибо.